Здравствуйте! С вами интернет-магазин Азбука Инструмента, и сейчас мы рассмотрим японский перфоратор фирмы Makita модели HR2610. Он предназначен для ударного и быстрого сверления кирпича, бетона и камня, а также безударного сверления дерева, пластика и металла. Его 800-ваттный движок раскручивает сверло до 1200 оборотов при 4600 ударах в минуту. Для комфорта имеется дополнительная прорезиненная ручка с упором глубины. Основная рукоять также прорезинена и имеет эргономичную форму. Данный перфоратор оборудован быстросъемным SDS плюс патроном, а также имеет три режима – сверление, удар, сверление с ударом. Все это вам поможет адаптировать инструмент под вашу задачу. Для комфорта продолжительных работ имеется кнопка фиксатора курка пуска, а также имеется реверс вращения. Данный перфоратор поставляется вместе с инструкцией, упором, пылезащитным манжетом, который можно подключить к пылесосу, и удобным кейсом для хранения и транспортировки. Японский перфоратор Makita HR2610 – это отличный инструмент для качественной работы без пыли. Более подробную информацию о товаре вы найдете у нас на сайте в описании, а также сможете приобрести все расходные и сопутствующие товары в соответствующем разделе. Ну а мы, интернет-магазин Азбука Инструмента, желаем вам удачной покупки, ведь мы – это ваш инструмент от А до Я.